Рязанов занюханный угол и бросить дела. Для меня не вопрос, вот только немножко со временем туго я буду сдувать с одуванчиком дым и ворот штормовки пропитывать потом и собственным делом до более родным. Кормить комаров под таежным болотом, ходить за грибами с разинутым ртом, ходить на медведя с двумя стволами. И все это будет, но только потом, когда я чуть-чуть расквитаюсь с делами. Я буду подошником песни орать и жечь костерок, чтобы дым коромыслом и вовку бессмысленно больше не жрать, а жрать ее только с особенным смыслом. Дыхать через нос, выдыхать через рот, с природой родня, с генетическим кодом, из всех предлагаемых прав и свобод, себе выбирая лесную свободу и чувствовать там от тебя вдалеке огромную разницу между полами и было стужать в безымянной реке. Вот только сперва расквитаться с делами. Жаль, что моя голубая мечта железной трубой начала накрываться, и прикус не тот, и осанка не та, и все тяжелее от дела оторваться. Но точно я знаю, что время придет, когда перестану толочь штуки воду, когда я почувствую полный вперед, когда наконец обрету я свободу, чтоб нервно уже никуда не бежать и больше не жить в этом жутком бедламе, а в тапочках белых спокойно лежать, сполна расквитавшись со всеми делами.